элевативную технику. Вы мне выбираете количество минут воды, уровень температуры. И гоните мужика на воде, чтоб физически меня вытурить из бассейна. Охуели! Тварь. Я вам нихуя доказывать не намерен, блять. Некать мне не надо, блять. И сразу нет, сколько мне положено. Мы же совершают прогресс и знаний. А кто там идет уже вторая тема, да? Техникой 94 года. Поплавал в Германии, повторяю, значит, на турбаха за 8 градусов. Че вы спиздите, блядь? Искусственно направляете, блядь, и сокращаете, блядь, достижения, которые люди заработали 30 лет назад, блядь. Окей, сейчас проверим вот гладкость движения, все. Просто гладкость, это очень важно. Когда человек правильно растворится, не шит, а все, конечно, отмать не вижу. Уровень врата, что я ворую, ратишь тебя, два звучных состояния, ты сука, блядь. Что ты воруешь, сука, блядь, два звучных состояния, тварь. Это же реально возвышенное состояние, ты пари, блядь. И начнет стукать и воровать. Стоять, бутавки из воды заставлять горланить. Не уеб. Да, вот третий, ну подожди, подожди, ну как его уйти не убьют, ну как не можем лечить, ну как не возьмем эту тему, это вторая часть, да? Жалко, ну и в следующий раз запомните мне. Ну так всего уж 3 часа, все, мы заканчиваем. Он рекогнишен, он мой шутник, я рекогнишен. Ты рубись, он тикнет, я рекогнишен. Оно макот, оно фемер. Оно мани, оно чай. Оно арт, оно фрукет. И так далее. Мне не спрашивают за 100 лет, дети, я тюрбаны, не размятые. От кого сейчас все поло? Повторяю, забьте меня, зараза! Так, потеряли вторую тему красивую. Жалко, нам было ее выпить в следующий раз тогда.
То есть я чуть-чуть за ухо, она мне, сука, раз камеру выключает. Глядище!